Стремительно растет количество случаев заболевания коронавирусом. Всего за две недели в муниципе Бельцы было зарегистрировано 124 зараженных. 7 человек до сих пор находятся в реанимации. Также врачи Центра общественного здоровья отмечают и заметный рост количества пациентов с респираторными заболеваниями. В последнюю неделю ОРЗ диагностировано у 546 жителей муниципия. Начало февраля 2023 года характеризуется ростом коронавирусной инфекции по сравнению с этим периодом 2022 года. Первая неделя февраля было зарегистрировано 48 случаев, вторая неделя февраля уже 76 случаев. И с каждым днем случаев все больше и больше регистрируется. Сезонные инфекции тоже начинают поднимать свою голову, потому что если рассмотреть тоже с первой недели февраля, вот именно отмечается рост респираторных вирусных инфекций. Первая неделя февраля была зарегистрирована 496, а до предыдущей недели тоже в этом же где-то количестве также 411, 425, вот так, 400. А вторая неделя февраля уже 546, уже плюс 50 случаев. 50 человек с коронавирусом госпитализированы в клиническую Бельскую больницу. 7 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. Также с заражением сезонными инфекциями госпитализированы 4 ребенка. Их состояние удовлетворительно. По мнению медиков, рост заболеваемости напрямую связан с ослаблением ограничений, которые были направлены на сдерживание распространения коронавируса. Также люди перестали регулярно соблюдать меры предосторожности. Объясняют это тем, что пандемия уже закончилась и ковид больше не опасен. Не, ну как-то было время, носил. Сейчас в данный момент как бы нет. Каким? Стараемся что-то пить, что-то вот. Ну так, стараемся меньше где. Много людей ходить, витамины пьем, а так вроде бы не болеем ничем, так все хорошо. Надо одеваться по сезону. Сейчас особенно это наглядно для молодежи. 60% из заболевших в Бельцах – дети. Врачи напоминают, что не стоит пренебрегать мерами предосторожности, а также рекомендуют делать вакцину.